Приветствую, уважаемые любители хорроров. Неожиданное начало игры, да? Внезапно. Короче, ни названия, ничего нету. Новинка. Очередная новинка из инди-хорроров, которая называется «Проклятая пленка». Или «Пленка проклятия», или «Проклятая пленка». Что-то такое, короче, похожее. Вот. Название у игры почему-то вначале не показали. Я не знаю, почему. Мы, короче, сразу указали здесь. И, короче, поехали. Поехали, будем играть, проходить. Так, звук у нас вроде бы норм. Опять, короче, эффект VHS, все дела. Тудам-сюдам. А, я бегать не могу. Опять. Это что такое? А, это банка валяется. Это какая-то банка. Так, стиралка включена, стиралка не работает. Что у нас? А, это плакат с проклятой пленкой. Страшно стало, да? Вы не представляете, насколько мне страшно играть в инди-хорроры. Вы просто не представляете этого. Я каждый раз сажусь играть, и каждый раз мне. Ой. Ха! Я вышел из игры! Ага. Вот это прикол. Я запускаю заново игру. Охренеть! Просто, короче, я нажал, короче, на дверь и вышел из игры. Охренеть не встать. Ладно. Короче, мы будем знать. Если будет страшно, идем вот к этой вот двери, нажимаем на кнопочку и выходим отсюда. Юмористы хреновые. Темно, прям вообще как у негра в жопе. О, что я сказал? Ни, короче, ни настроек, ни сенсы, ничего, короче, нет. Так, это что у нас? Это у нас дверь с какими-то, короче, записками. Йосеф Байван. Что-то, короче, написано. А я не лаверды. Короче, по-английски. Ну, как не лаверды? Относительно. Не лаверды. Телевизор работает? Работает. Хорошо. Тут кто-то, короче, живет. Кто-то, короче, жестко бухает. Нам что надо сделать? Нам надо, наверное, найти какую-нибудь... О! А как ее взять? Так, ну-ка присесть. А, работает. Хорошо, я ее взял. Пойдемте к видеомагнитофону. Так. Воспроизвести. The Cursed Type. Вот я как и говорил. Проклятая пленка. Ой, там какая-то кракозябра. Эй, мужик. А у меня есть какой-нибудь зум? Эй, мужик, ты кто? Понимаете, да? Вон там что-то... Это зомби? Ой, он исчез. Короче, я попал в какую-то, короче, решетку. Я тут сижу. Она у нас не открывается. Может, она с петель снимается? Нет. Значит, что-то есть на полу. Где-то что-то можно взять. Какой-нибудь кусок стекла. Либо вот ножовка там. А, это не ножовка. Или подожди. Это походит, короче, на двуручную пилу. Тут какой-то разделочный цех. Типа, разделали тут всех. Топор. Здорово, чувак. А кто тебе прикрепил руки вместо ушей? Так, я не могу взять. Нет, я могу взять. Я открываю. Я чувствую, скримачная игра будет просто до жести. Просто вот. Потому что вот эти вот хорроры в стиле, короче, VHS... Они на самом деле очень страшные, очень. Так, ручки-ножки. Ручки-ножки, а туда мы пройти не можем. Ну, естественно, надо идти в сторону вот этого гребаного зомбака. Прям вот как звук наваливает, прям вообще не могу. Звук наваливает прям очень громко, да? Или нет? Ну, если что, короче, сделаем дорожку при монтаже чуть потише. И самое, что главное, у меня есть фонарик. Вот мне по-любому надо было идти вон туда вон, где что-то светится. Но я туда не пошел. Почему? Потому что мне страшно туда идти, я не знаю, что там светится.
Хотя, с другой стороны, чё бояться? Это же индюшатина, это всё же ведь не по-настоящему. По-настоящему только то, что я, короче, обсираюсь из скримаков до ужаса. О май гад. О май гад. Я могу выключать фонарик. Так, здесь нужен, короче, топор. Окей. Звуки прям вообще страшные. Звуки прям ужасные. Ужасно страшные звуки. Я надеюсь, на записи хоть что-то будет видно, потому что в игре темно просто ужас. Просто жесть. Я вот хожу, блядь, вообще как вслепую. Так, топор. Нам нужно найти топор. Я даже представления не имею, где его, блядь, искать. Ля-ля-ля-ля. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. А вот же есть топор. А, это не топор. Так. Я могу здесь спуститься ниже и подняться наверх, да? Ну пойдемте так и сделаем. Блин, да почему так страшно-то? Алло, игра. Хорош меня пугать. Я, кстати, не могу бегать. А почему? Если появится монстр, я даже не смогу убежать. Да блин, какого хрена такая гигантская локация? Где мой топор? Я не думал, что, блин, будет так это. Будет так много тут всего. И где мне искать топор, непонятно, неизвестно. Слышали, да, это? Это какой-то завод, короче. Я хожу на каком-то... Так, 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 так. Вот мужик, и у него в голове топор. Так, я забрал. Я могу махать? Я не могу махать топором. Почему? Почему я не могу махать топором? Я хочу... Я хочу махать топором. Там кто-то. Там кто-то ходит. Там кто-то ходит и рычит. Все, короче. О! О май гад. Я думал, трупешники исчезли. Не открывается. Пойдем ломать решетку, да? Чтобы пройти. Нам... О, блин! Придурки! У меня вот сейчас почти все остановилось. Так. Бочка не двигается. Хорошо. Тут у нас скелетон. Нам надо спускаться в другую сторону. Я понял. Нам надо спускаться в другую сторону. Откуда мы пришли, туда мы и пойдем. Что такое? Что? 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 Что случилось? Так, здесь тупик. Наверх. Что-то вокруг меня шваркает. Какие-то звуки. Что-то происходит. Спокойно! Спокойно! Спокойно. Не надо меня пугать. Потому что и так, блядь, страшно. Страшно, что просто капец. А еще я не могу бегать. Я бы сейчас вот бы закрыл бы глаза и просто-напросто бы пробежал. И все. Но они мне не дают этого сделать. Они пытаются меня пугать. А вон он ходит. Спокойно, спокойно, я слышал. Я слышал, ты сзади меня ходишь. Короче, нам надо идти в сторону вот этих вот, короче, огней, да? То есть основное направление это вот эти вот гребаные. Привет. Привет, сосед. Ту-ту-ру-ты. На превьюшечку, да? Да, вот так вот. Что там у нас? 9:36. Хорошо. Надо запомнить. А это шкаф. Я могу пройти туда.
а могу теперь и вернуться обратно. Надо... А, я думал, надо этими рычагами будет шевелить. Везде, короче, токарные станки, которые не походят на токарные станки, они просто издали напоминают их. Но он не является токарным станком. Вот эта вот хрень, это не токарный станок, но походит. Короче, что я про какие-то токарные станки? Вот здесь вот чувак стоял, он куда исчез? Он ушел от меня? Эй, чувак. Эй. Хорош. А, шурка зачесалась. Хорош меня пугать. А у тебя что-нибудь было? Ну, типа, может, я могу у тебя взять голову или руку. Вот так вот тоже хорошо будет. Здесь 51. Хорошо. Есть чувак, есть превью. Замечательно. Кто-то свистел. Кто-то пытается меня напугать. Так. Водичка, говничка. Хорошо. Тут все в кровище. Ты хочешь обнимашки? Давай, мы с тобой обнимемся. Ой, сколько превьюшек. Я не могу туда пройти. Ты исчезнешь, нет? Он мне не дает туда пройти. Там кто-то стучится. Кто там? Кто там? Кто бы там ни был, тебя там нет. Закрыто. Так, значит, мне нужен ключ. Я тебя понял. Мне нужно найти ключ, чтобы отпереть эту дверь. Я надеюсь, этот тип уже ушел отсюда. Я надеюсь, он отсюда ушел и больше сюда не придет. Так, вон там какой-то свет. Ой. Голова, нож. Пила. Я же говорю, что это пила. Это пила. Ключи, спасибо. Ну возьми. Да он не хочет брать ключи. Спасибо тебе. Сейчас будет скримак. Готовимся. Готовимся к мега-скримаку. Пока-пока. Спасибо. Я иду. Я иду, сейчас открою, не стучитесь. Я ходил за ключами. Я... Да хорош за мной ходить. Я тебя с собой не беру. Какой страшный. Так. Так. Так, ага. Ага. Короче, никакой предыстории, никакого сюжета. Никто ничего, короче, не рассказывает. Мега яркий огонь, он уж меня ж слепит. Так, здесь у нас решетка не открывается. Здесь у нас ничего нету. Сверху, как обычно, какие-то трубы. Мега слепящий огонь. Мега слепящий огонь. Там кто-то дышит. Там кто-то дышит, и мне это вообще не нравится. Я хочу, чтобы эта игра уже закончилась. Мне становится по-настоящему страшно из-за этих звуков. По-настоящему. Если вы думаете, что я шучу, то нет. Игра на самом деле страшная. Атмосферная, скажем так. Что там скрипит? Где-то что-то скрипит. Так, здесь тупик. Вот эти вот огни, они вообще так слепят меня, я не могу на них смотреть. Они меня раздражают. Так, здесь у нас какие-то электромоторы, тут огонь. Если здесь кто-то зажег огонь, значит здесь кто-то должен жить. А кто здесь может жить у огней рядом? Правильно. Американские бомжи. Ну, типа, в фильмах постоянно показывают, что они стоят там по несколько человек у бочки, греются, там руки греют. Поэтому я это взял с головы. Я не придумал это. Я это не придумал. Это на самом деле так и есть. Блять, я сказал и сам смеюсь. Вот дурак. Какая жесть. О! Я видел, как ты... поменял положение рук.
Так, что у нас тут есть? Тут у нас ничего нет. Хорошо. Этот чувак сейчас опять за нами будет ходить. Чё ты весь какой-то раскромсали, как будто тебя. Хотя ты же ведь типа манекен, но на тебе какая-то живая ткань. Зачем ты это делаешь? Он будет за мной ходить? Не ходи за мной. Не надо. Я иду туда, откуда не возвращаются. Так что ты стой здесь. Кто-то там орёт! Кто-то там орёт! Я бы на самом деле бы взял бы с собой кирпич. Вот по чесноку. Кто там? Ой. 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 Задуй свечи. Хорошо. И чё? Так а дверь больше не открывается, алё. Всё открылось. Ты наорался, ушел? Он куда-то туда ушел, ладно. Мы сначала тут все обследуем, исследуем. Он где-то там ходит, орет, этот придурок. О, блин! Коуан! Тварь такая! Охренеть, просто у меня все внутри сжалось. Что, придурок? Хорош орать там. Я все равно тебе не верю. Ты вон как бегаешь быстро. Уф, я же говорил, что будут скримаки. Я говорил об этом. Я говорил, что будут скримаки. Кого-то там... Или... Контрол? Сесть, да? Ctrl. Нажмите... Ctrl. Да кто там орёт-то? Сейчас я иду, я тебя спасу. Я уже рядом. Скелетрон. Скелетрон Петрович. Я тебя так и буду теперь звать. Скелетрон Петрович. И там еще, кстати, орёт сирена. Так. Кнопки работают? Кто-то там рычит. А мне надо идти куда-то на звуки? На звук сирены или куда? Я, кстати, не могу подняться наверх. Звуки сирены. О! Меня, короче, преследуют эти гребаные манекены. Капец, капец звук какой громкий. Скорее всего, вот надо будет при монтаже этот уменьшать громкость второй дорожки. О май гад. Что происходит? Я не могу пройти ни туда, ни сюда. Но я чисто спустился, потому что мне интересно, откуда были эти звуки. Там кто-то опять ноет, опять кто-то воет. Опять кому-то что-то надо. Вот, опять телефон. Так, я вернулся, телефон звонила супруга. Говорит, какого хрена ты сидишь? А я не сижу, я работаю. Ну, типа, как работаю? Я для вас делаю видос. Как-то так. Я, короче, потерял всю атмосферу игры из этого дебильного звонка. И теперь, я уже ничего не боюсь. Потому что я уже... переиграл в хорроры. Я теперь ничего не боюсь. До тех пор, пока опять не погружусь в эту мрачную, жестокую, аномальную атмосферу этого хоррора. А все звуки исчезли. Нет, какой-то стоит гул. Просто стоит гул и все. И больше ничего нет. Так, я не могу взять инструмент. Нет. Цепочка двигается, да.
У цепочки даже звук есть. Каску. Вот я бы на самом деле бы каску бы одел, а то мало ли что. На голову что-нибудь упадет. Так, драный стул. Это какой-то или завод, или что, я что-то не понял. Везде что-то какие-то непонятные, какие-то приборы. Какие-то станки стоят. Сломанные совдеповские стулья. Ладно, пойдем вниз. Пойдем вниз. Я конечно, не знаю, что нас там ожидает. Я вообще не знаю, что нас здесь в игре ожидает. Но загадки есть, но они такие легенькие-легенькие. Прям совсем. Оп. Оп-оп-оп. Оп-оп-оп. Ага. Так, надо идти на фиолетовый свет. Я понял. Фиолетовый свет. Нам тут надо будет узнать код. Да хорош свистеть так громко-то, вы чё? Хорош свистеть так громко. Лифт. А, лифт работает с первого этажа, да? Наверное. Так, мне надо узнать коды. Годы. Чё там? Что? 8 тонн. О! Я не ту кнопку нажал. Страшно. Ну, естественно, что нет. Ладно. Пойдемте, короче, я не знаю, куда идти, но, типа, надо, короче, вниз. А, типа, я могу прыгать? Значит, бегать я не могу, а прыгать я могу. А как нам спуститься вниз? Каким образом? Может быть, нам надо залезть в окно? Нет? О! Охренеть. Охренеть, я грохнулся вниз. И... Ну, вот этот типа лифт. А как мне туда попасть-то? Алло. Алло, игра. Не понимаю. Вот лифт. А, ну он оборванный. А, мне толку от него. Да? Никакого. А этот откроется? Нет. Я, короче, куда-то грохнулся. Откуда вообще, короче, нет выхода теперь. Это все. Это тупик. Это все. Это тупик. Да или не да? Да или не да? Кто мне ответит? Так, опять сейф. Такой же. Я уже его видел. Куда иду? Че иду? Зачем иду? Где иду? Кому иду? От чего я иду? Это коробки. О, дверьки. Они не открываются. Так, а я упал, и что теперь? Оу, игра. Я могу, допустим, пролезть здесь, нет? Нахрена я прыгал, дебило кусок? Нормально же было все. А может быть, мне и надо сюда вниз? А? Вы не думали об этом? Может быть, мне действительно надо сюда? Но в лифт я не попаду. Да и хер ли там делать? Он же не работает. Я спустился вот по этой лестнице, да? Тут у нас есть дверь, которая не открывается. Есть улица. Есть вот эти вот грёбаные шкафы. О, еще одна дверь. Она откроется? Нет, естественно, она не открывается.
Так, может быть, надо что-то со стола взять? Нет, ничего не берется. И что делать? Там кто-то орет. Это звуки страшные. И вот эта дверь, она тоже не открывается. Блять, я сломал игру, что ли, или что? Или что, или как? Ничего не открывается. 0113. Это что? Это код от замка. От того. 0113. Я понял. Вопрос в другом. Как теперь вернуться мне туда обратно? Fire exit. При пожаре убегайте в эту сторону. 0113. Я запомнил. Хорошо. 0113. Он не залазит? Это какой-то бред. Как мне теперь залезти туда? Как мне теперь туда залезти? Телефон! Так, короче... На прошлой... В смысле на прошлой? Короче, когда у меня зазвонил телефон, я попытался выбраться отсюда снизу. Внизу, вот где был я у лифта. Тот свистит. Вот. И короче, это софтлок. Надо было сюда вниз не спрыгивать. Потому что выхода оттуда нет. Понимаете, о чем я? Выхода оттуда не было. Поэтому я ходил. Пытался, прыгал, хотел залезти, но это все безуспешно, поэтому мне пришлось перепроходить все заново. Понимаете, о чем я? Ладно. Почапали. Почапали. Здорово, чуваки. Теперь вас много, да? Здорово, чуваки, теперь вас много. Так, мне дали какую-то волшебную палочку. О май гад. Один плюс один равно два. И потом выход. Это что? 1-1-2? Код. Да? Код 1-1-2? Вы серьезно? Код 1-1-2. Так, а сюда куда ведет? Тут у нас что есть? Может, здесь есть какая-нибудь... Побегал, поорал. Побегал, поорал. Привет. А вот этот-то прям классный на прививку будет. Хорошо. Так, ну здесь у нас везде тупик. Машина заработала. Но мы к машине не пойдем, потому что там стрелочек нет, а может надо сходить все-таки. Пойдемте сходим, что мы там играем-то? Пу, так мы играем только полчаса. У нас еще есть полчаса. Все понятно. Машина не работает. Она, короче, отключилась. Хорошо. 1 плюс 1 равно 2. Пойдемте обратно, короче, по стрелочкам, потому что там еще были стрелочки в другую сторону. Вот типа вот сюда. Они раньше были, короче, как манекены, а теперь они выглядят как люди без кожи. Понимаете? Понимаете? Они выглядят как люди без кожи. Бескожаные люди. О-о-о! А вот и та локация, в которой был софтлок. Да? Так, можно пойти туда, а можно пойти сюда.
Я на этой локации все обходил, но здесь ничего не работало. Потому что я сюда попал раньше, чем надо было. О, привет. Так, на... 3,60... Кого? Так, 3,60 плюс... 360 или 3.60? Как это понять? 3.60. Плюс 9, минус 20, 1 плюс 2. Так, ну... Первое делается в скобках. Да? Хорошо, давайте я сейчас, короче, это все дело сфотографирую. Я сейчас это все дело сфотографирую. Вот так вот, я это все сделаю. Пойдем, короче, ко второй стрелочке и посмотрим там, что там нам предложат. Возможно, там будет еще один какой-нибудь пример. И потом нам надо будет это все дело сложить вместе, да? Или что, или как? Потому что там было 1 плюс 1. А здесь уже целое уравнение, типа, да? Подождите. Подождите. Опять там кто-то орет. Опять там кто-то орет. Так. Ага. Так у нас получается три примера, три цифры или что? Первое это было что? Второе это было что? И третье это было что? А? Кто мне скажет? Кто мне скажет? Так, на... Секунду, секунду. И не туда я нажал. Я нажал не туда. Я нажал не туда. Так, сейчас, секунду. Угу. Сейчас я, короче, калькулятор открою. Посчитаю все это дело. Так. Ага. Подождите, подождите. Так, Да? Квартира? Дом? Тынь. Ой, какая знакомая музыка. Прикольно. Привет, ты кто? Я попал, короче, в какую-то проклятую квартиру, тут какие-то игрушки. Какие-то, короче, ребенок с глазами в руках. А у тебя рука, да? А у тебя что? А у тебя просто, короче, вечеринка с девчонками, там внизу сидят. И ковер. Ну, ковер неотъемлемая часть, да. С этим я согласен. Откроется? Кто там? Да господи ты, боже мой. Тоже хорошо на превьюшку. А чё? Не... А, вот открылась дверь. Ты... А чё всё в крови-то? Вы чё тут делали-то? Алло? Что за вечеринка у вас какая-то адская? Какие-то куклы, черепа, там медведь с девчонкой. Что? А чё случилось-то? Труба лопнула. Обычно, когда труба лопается, нету таких звуков. Так, что это надо? Так, первое, собрать игрушки, второе, их надо расставить в определенном порядке, и третье, сдвинуть шкаф. Давайте-ка я сфоткаю сейчас это все дело. Давайте-ка сейчас я это все дело сфоткаю. Так, я сфоткал все это дело. А какие игрушки мне надо собирать? А вот эти вот не собираются.
Так, скелетон. Хорошо. Но он не берет игрушки. А. Надо собрать три игрушки и поставить вот сюда. А какие три игрушки? Он не берет ни одну. Так, вот одна. Хорошо. Одна игрушка есть. Одна игрушка есть. Так, ага. Готово. Еще надо две. Ну, в квартире ни одна вообще не берется. То есть абсолютно. О, блин! Это что такое было? Я даже никого не видел. Я просто испугался из-за этого дебильного крика. Охренеть! Охренеть ты, придурок! Жесть какая. Так, вторая игрушка есть. О-о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 . Никого нет дома. Дома нет никого. Что, открылось? Нет? Я думал, открылось. Офигеть, у меня чуть сердце не остановилось. Резко? Какой-то чувак заорал. Я думал, все. Финита ля комедия. Так, вторая. И еще нам нужна одна игрушка. Где ее искать? Где ее искать? Ну, здесь... точно ничего не берется. Возможно, вон там вон на полу валялся медведь. Может, его надо взять? Нет, он не хочет браться. Она может быть спрятана где угодно. Она может лежать вот так вот за кроватью. Откроется? Нет. Не открывается. За шкафом. Например, как здесь это было. На шкафе. На шкафу, то есть. На шкафе. Блять, говорю, как татарин. Так, ты не берешься, ослик? Ослик и А. Здесь ничего нету. Медведь не берется. Туда мы пройти не можем. Ладно, я понял, где-то в квартире. Так, это не берется. Это, короче, вечеринка у нас не берется. Тут чьи-то ноги остались. Дадите мне игрушку одну, пожалуйста. Одну. А вот она. Так. Юмористический юморист. Здорово, парень. Че, как у вас дела? Он такой странный. Они такие, короче, странные. Такие не страшные совсем. Но скримаки прям жесткие. Че там? 1889. О! Нормальное изображение стало. Я кассету взял, да? Это вторая кассета или что? А или это типа конец? А, ну да, это конец. Это конец, мы с вами прошли игру за 38 минут. Ну, довольно короткая. Я думал, хотя бы часик будем ходить, бродить. Но прикольная игрушка. Единственное, что нету, короче, какого-то лора. Ничего, короче, не объясняют. Вот вам, короче, черепушка с глазами. Напоследок. Вот у вас теперь есть черепушка. И это хорошо. Короче, прикольная игра. Хорошая, хороший сеттинг, атмосферная. Скримаки неожиданные, классные. Я на самом деле боялся. Вот. Ну и все. Вот 38 минут, и это все. Все, давайте, я над вами прощаюсь. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Залетайте в Телеграм по ссылочке в описании. Всем пока и до скорых встреч.